Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванша Калпатаруваша Кипа Синду Бхавачу Патитананг Павуне Бхавайшнаве Бхё Намо Намах Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хетагирим Ят Кипа Тамаханг Ванде Парамананду Мадхава Бриндавай Тулсиде Бхай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттаваттвай Намо Намах Нараяна намаскритта норанчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасанеча Садануракта гуру бхакти йокто Бхакти прамадакша жагодваранья Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхасвадам сивабхиранчанутам сараньям Бхитаттихам панатапалбхавадипотам Банде махапурусате чаранарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Бисфуриджитакимапикабавадушвадарши Пурнануррагарасасагарасарамурти Сарадхикамай кадакипам каруши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Шанкиртаной капитару камала ятакшо. Вишам бару дижа бару жугодхарма пало банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибхишихи тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Баранаси пурапати бхажавишанатам Вагиша джуша бадане Лакшмир джуша ча бхакшаши Ясьясти хиде шамби Твам нишинга махам бхаже Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Калаха Калир Ванина Индия Вайри Варга Бхактипат Ихо Канта Кокоти Руддхо Ха-ха, кожами, кима, хам кароми, яди чайтанна чандо, наддам кипам кароши. Калаха калир балила,
Калаха калир валина индио вайри варга. Бхактипат ихо кантока коти руддхо. Ха-ха кожами ким ахам кароми, яди чайтанна чандо, наддам кипам кареши. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, Jagat Guru told, so long as Mayavad going to persist here in this material world, we cannot get complete benefit by preaching bhakti. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru сказал, Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru told, что пока Майявада, Майявад-вечер будет находиться в этом материальном мире, то мы не сможем получить возможность проповедовать полностью Бхагавад-бхакти, поскольку проповедь, если мы проповедуем Шуддха-бхакти, то тогда это не сможет дать стопроцентного результата. What do you mean by Mayavadi? Что значит Майявади? What do you mean by Mayavadi? Mayavadi. Mayavadi. Basically, we can say. Можно сказать про них. If there is no belief 100% in Bhagavan, Guru Vaishnava, если нет стопроцентной веры в Гуру Вайшнава, Бхагавана, в Наму, Даму, это основа Майявады. It is called Mayavadi. Это зовется Майявада. If there is no belief in Guru, если у нас нет веры в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, Даму, Наму полностью, then surely you are contaminated with Mayavadi, more or less. Frankly speaking, all of us more or less contaminated with Mayavadi. И в этом случае мы в той или иной степени оскорнены Майявадой. Это неверие в Гуру Вайшнава и Бхагавана. Отсутствие такой стопроцентной веры. Люди вроде верят, но не полностью не верят Бхагавану, в его существование, в Гурангу Махапрабху, но не полностью это. Такое состояние называется Майявады. Мы не можем поверить Кришне, мы слушаем вроде Харикатху, но все же мы не можем поверить, поскольку наше самопредание, оно не совершенно. И поэтому говорить об абсолютной истине это очень сложно сейчас. Если я говорю, никто не может понять. Все вайшнавское общество в той или иной степени заражено Майявадой, поэтому такие плохие вещи иногда происходят. Мы говорили об Удавсавате, но, к сожалению, далеко не всегда можно найти такую обстановку, в которой можно обсуждать столь возвышенные даршаны. Вчера я говорил о тех гопи. Они любят Кришну. Много раз я говорил, что они не женщины. Они сварупшакти. Они не отличны от Шри Кришны. Вот это шлока про них. Радха Кришна пранаяя викрити ладини шакти расмат екатману опи дехо ведам гатоуто. Countless, you know, document there, but бесчисленные свидетельства есть, но все же мы, наше сердце настолько скверно, что оно не может поддержать все это, не может принять. Но гопи, они несомненно, не женщины. У нас есть такая телесная концепция из плоти и крови. Она очень скверна, и поэтому мы не можем войти в такие трансцендентные лилы Бхагавана. Те гопи, они любят Кришну.
У нас нет опыта той любви. В этом материальном мире у нас есть опыт любви, но мужчины и женщины, их отношения, но не больше этого. Или максимум. Или максимум такой любви можно наблюдать в случае каких-нибудь Джульетты и Ромео или еще подобных героев. И вот Шрила Прабхупада говорит, что максимум наша концепция до такой степени может быть как это достигнуто, а Вриндаван он гораздо выше. И мы с такими представлениями, с таким настроением, не имея полной милости Парамахамса Гуру Вайшнавов, это практически невозможно понять все это. Шрила Прабхупад был очень строг о этой глубокой философии. Даже какие-то брахмачари, находящиеся в храме долгое время, жившие там, или какие-то саньяси и прочие старшие, они спрашивали разрешение у Шрилы Прабхупады начать говорить какой-то возвышенной философии какому-то конкретному брахмачари. Они спрашивали у Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупада часто говорит, что нет, еще не время, не говорите. Его орган слуха, наша способность слуха слышать, она должна созреть до той степени, чтобы воспринимать трансцендентные звуки. И как может этот наш слух, как может достичь зрелости, если мы приблизимся к Парамахамса Гуру Вайшнавам, услышим Харинам с его уст. И после того, как мы услышали Харинам Дживатма, она может так или иначе повторять Харинам, совершать баджан, практиковать. Он Харинам дан нам для какой-то практики, а осознание Харинама мы не сразу обретаем. Система в том, что сначала мы получаем Харинам, но это не значит, что мы можем повторять подлинный Харинам, поскольку Шри Хари и Харинам, они не отличны друг от друга. Обычно мы видим Шрила Прабхупад или Гуру Варга, они сначала дают Харинам нам, но это не значит, что мы можем осознать величие Харинама. Гуру Варга, они дают нам Харинам, чтобы у нас была возможность практиковать, и в процессе этой практики, так или иначе, если мы сможем повторить подобие святого имени. Я не говорю о чистом имени. Сначала повторяют намабас, какое-то подобие святого имени, и тогда все наши самскары, самсары, вся наша самсара, она будет очищена, и мы обретем мукти, освобождение. Но без чистого святого имени невозможно достичь чего-то конкретного, чего-то такого возвышенного. Если мы не сможем повторить святое имя, чистое, трансцендентное святое имя, трансцендентный Харинам, который не отличен от Кришны, я имею в виду, вы говорите вот, Хари Кришна Махамантру, и этот Харинам, эта Махамантра, она не отлична от Рады Говинды. Когда вы повторяете Харинам, Kalikale Nam Rupe Krishna Avatar. In Kalika sound incarnation of Bhagavan is possible. Господь снисходит в форме звука. И вот в форме звука Господь сможет, Он снисходит в Кали-югу, Он присутствует в этом звуке святых имен. Вы должны достичь этого уровня. До тех пор вы не можете понять, что такое према. Кришна према, она, это не шутки.
И вот те гопи, их любовь к Кришне, она непостижима. Мы пытаемся что-то делать, как дети. Шрила Прабхупада говорил, что не нужно говорить о такой возвышенной, глубокой философии, этого брамачари прямо сейчас, пускай он созрит для начала, как можно созреть по милости Гуру Вайшнаву, служа Гуру Вайшнаву, просто слушать Харикатху и ничего не делать мало. Нужно еще и какое-то служение выполнять. Без настроения служения мы не можем развить сознание. Это естественно, без такого настроения служения мы не можем обрести осознание. Гурудев, конечно, даст нам какое-то осознание, но все равно мы должны быть заняты Гуру Севой очень искренне. И в процессе нашей искренней Гуру Севы сегодня или завтра, несомненно, мы обретем осознание этой татвы. И из шастр мы знаем, Рупа Госвами подпишет, что путь любви, он подобен змее. Путь настоящей любви, я говорил об анураге. Анурага значит особая любовь есть. Когда? То есть, вот есть такое явление, как анурага, когда вот такой сладкий гнев, если как в случае Радхарани, если он говорит, что что-то не нужно, то это значит, что нужно. И в материальном мире, в Кави Пракаше, Кави Калидас, он тоже много таких примеров приводит, можно подчеркнуть там какие-то представления, но они не трансцендентны. Они относятся к материальному миру. Вот Кави Калидас, он знаменитый поэт. В Индии его изучают во всех университетах. Кумар Самба, Мегдут и прочее. Это как программа такая. И вот Калидас написал множество произведений. Это можно получить какие-то представления, но они все материальные. Как пример могу привести с Алока Пури. Алока Пури – это место в Гималаях, около Кайлаша, около Манасаровара. И там есть место, зовется Алока Пури. Это место якшасов. Они не полубоги, но похожи. Якши-ракшасы, они как-то похожи на полубогов. Они служат Шанкар-бхагавану там. Кайлашпати. И вот один якша из-за того, что он не совсем правильно выполнял свои обязанности, у него была обязанность смотреть за садом Шанкар Бхагавана, собирать плоды, фрукты. И вот он пренебрег таким служением немного и был наказан. Он был послан какое-то уединенное место. Никто не мог его встретить там. В общем, все ссылки его отправили. И вот он горевал очень там, поскольку его жена, вот он недавно женился, был очень привлечен своей женой. И в итоге из-за того, что он слишком предавался любовным утехам и не выполнял свои обязанности по уходу за садом, сбором цветов, плодов, вообще его отправил в ссылку очень далеко. И вот он очень переживал о том, что он разлучился со своей женой, так как ее очень любил. Вся его так жизнь, она была наполнена таким горем разлуки с его женой. И когда
вы погружены в какую-то любовь, даже такую страстную любовь, в любовь к уни страсти, то вы можете потеряться. Даже в материальных этих можно наблюдать, что влюбленные люди иногда теряют голову. Даже такое раджасическое материальное любви. Они ведут себя как-то по-другому, как одержимые. Иногда делают что-то ненормальное, и также, когда это любовь к Кришне захватит наше сердце, то мы тоже будем делать что-то необычное. Мы будем подумать. То есть и в материальном мире тоже можно видеть, если кто-то одержим страстной любовью, то ведет себя по-другому, не замечает никого, кроме объекта своей любви. И пример. С якша, этот якша ночью смотрел на луну, в полнолуние особенно, и была весна, весной так и любовные чувства обостряются. И вот он плакал, и один облако пролетало там, и вот он говорил с облаком. И вот даже такой объект, не живой, как облако, все равно он думал о нем как о живом. Такое чувство к нему приходило. И вот он говорил с этим облаком, молился и говорил: «О, облако, можешь ли ты полететь к моей жене и рассказать, в каком состоянии я сейчас нахожусь?» И вот он отправил таким образом своему уме облако своей жене, чтобы утешить ее, или иногда говорил: «Моя дорогая, я не могу встретить тебя, но наша встреча возможно, хотя бы в уме ты смотришь на Луну, я тоже смотрю на Луну, и таким образом мы можем встретиться хотя бы взглядами на одну Луну, хотя физически мы не можем сейчас находиться вместе». И это такой материальный пример страстной любви. И Гауранга Махапрабху, он был против любых материальных таких любовных дел. Даже запах какой-то материальной любви Махапрабху не переносил. Intention inside, nothing else. Nobody can understand. Махапрабху даже не переносил такого наслажденческого настроения. Махапрабху, он пребывает в каждом сердце, если видит, что чье-то сердце склонено вожделением. Махапрабху таких людей, избегал. И вот Джагадананда пандит, он говорит. На Бенгали я буду говорить. И вот Джагадананда пандит пишет в Пурнавиварте такие слова. Вот Гауранга может поймать нас, если кто-то носит тилак малу, повторяет вроде Харе Кришна, но Гауранга Махапрабху невозможно обмануть, он находится внутри нашего сердца. Джагадананда пандит говорит, то, что если кто-то совершает ложный Харибаджан,
он не позволен на пути паджан. И какое в Упадишамрите можно увидеть, что Шрила Прабхупад говорит о том, что для ложного гуру какое наказание подготовлено. И вот Джагадананда Пандит говорит то, что просто сказать, что я преданный Гауранге, это этого мало. Здесь на Новодвипе тоже можно видеть людей, которые называют себя преданными Гауранге, но они едят рыбу, занимаются прочими непотребными вещами, но при этом носят тилаки и говорят, что они преданные. Среди нашего общества тоже можно наблюдать множество лицемерных преданных, которые делают все на показ. Но внутри они подобны раковым больным. Хотя внешне может выглядеть как-то красиво. Если более подробно понаблюдать за ними, что можно увидеть, что это не так. И вот Джагадананда Пандит говорит, but Jagadananda speaking, Jagadananda Pandit speaking, you will have to accept all the, you will have to accept all the teachings, you will have to accept all the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. Gauranami mukhe bolile nisha. If you can accept all the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, if you can accept all the rules and regulations shown by Chaitanya Mahaprabhu, all etiquettes, everything, all the teachings, then и вот Джагадананда Пандит говорит, что просто мало говорить, что мы преданные Гауранге. Нужно также принять его учение и следовать ему. А просто носить тилок мало. But inside, very secretly, I am doing all rubbish thing. Externally, you can give. Просто внешне следовать мало, нужно еще следовать всем сердцем. И таких людей, которые только внешне делают что-то на показ, Махапрабху не переносил и не позволял никакого лицемерия. И если мы видели, что Гуранга Махапрабху наказывал таких людей. И вот о... Ohe riba gutihi premna sabhava kutilo bhavet. The way of love is zigzag. Путь любви, он подобен зигзагу. Я говорил об этом якше. И вот якша, он пытался послать послание своей жене, чтобы как-то обрести какую-то связь с ней. Он не мог потерпеть разлуку. И это называется материальной любовью. Мы не можем в материальном мире эта материальная любовь, она может быть каким-то высоким стандартом, но с трансцендентной любовью сравнивать это нельзя. Даже Калидас, он очень почитаем, очень уважаем в этом материальном мире. Он получил милость Сарасвати, самой Сарасвати милость, но нет материальной, не трансцендентной. И с тех пор он очень прославился во всем мире. И люди, которые не имеют никакого опыта трансцендентности, они часто восхищаются этим Калидасом. И поэтому Шрила Прабхупад, он
говорит, что посторонние люди они часто не могут понять никакого трансцендентного чувства. Вот этот Кави Калидас, столь знаменитый во всем мире, в предисловии к своей книге он выражает множество... И вот он выражает большое почтение к Шанкару и Парвати, но когда в своей книге он описывает их сокровенные супружеские лилы, то есть вначале он, Ванде Питару пишет, то есть относится к ним как к отцу и матери. То есть он как в начале книги он воспринимает, относится к Шиве как к отцу и матери. Питару значит наши предки буквально, отец и мать. И, он прославляет Шанкара, собирается прославлять Шанкара и Парвати как своего отца и мать. И вот, такое представление складывается из предисловия. Но если с другой стороны посмотреть, и я тоже думаю, что если я тоже отношусь к Шанкару и Парвати как к моему отцу и матери, но если я думаю о них как и как у отца и матери, то у меня нет права обсуждать как-то их любовные дела. Это нехорошо и выглядит отвратительно. Если мы дети, то мы не должны смотреть или рассказывать, обсуждать какие-то любовные дела наших родителей. Они могут делать что угодно, но мы не должны рассказывать об этом другим или обсуждать, как ты вот такой столь уважаемый поэт в этом материальном мире делает такую гигантскую ошибку. И поэтому не все так просто. Материальные поэты вроде очень знамениты во всех университетах индийских изучаются, но не могут получить никакого представления о трансцендентном. Это, для них это невозможно, поскольку они полностью материальны. Я удивлялся, обычные люди мало. Иногда даже таких простых вещей не понимают. Шрила Прабхупад дал нам наставление, чтобы мы говорили об абсолютной истине, но кто может принять ее? Всего лишь несколько человек, которые могут принять, осознать и следовать этой харикатхе. Но все же наставление Шрилы Прабхупады в том, чтобы мы продолжали говорить, может кто-то примет. И вот во Вриндаване харикатха происходит на Варшане, на Даграме, на Говардхане. Они, я знаю, там мало кто может принять мою харикатху, но все же по желанию Бхагавана она происходит. Очень мало кто может принять, кто-то может понять, но мало. Но все же это наша обязанность, мы должны продолжать говорить. И вот Шрила Прабхупад говорит, это суть, что такие материалисты не могут попасть во Вриндаван или что-то вообще понять, осознать что-то трансцендентное, поскольку они материальны, если они... Как этот поэт, почему он сначала прославляет Шанкара и Парвати как отца и мать, и потом обсуждает их любовные дела? Это глупо и выглядит отвратительно. И также Сварупа Госвами, когда какой-то материальный поэт написал какие-то стихи,
то Сварупа Госвами, услышав первую строчку, сказал, что остановись, это же глупость. Сначала до конца у тебя нет никакого представления о том, что такое материальное, что такое трансцендентное. И в этом мире можно посмотреть, очень мало людей на самом деле понимают, что такое пракрита и апракрита, то, что трансцендентно и то, что материально. Очень мало таких людей, те, кто по-настоящему могут понять, что такое пракрита и апракрита, материальное и трансцендентное. Даже такого у них нет. А что говорить о Буддхасамвате и других возвышенных вещах, но все же. So now we are discussing и вот мы обсуждаем about о this Lila Vilas, I mean Bhagavan Sri Krishna going to send о том, что Бхагаван Шри Кришна он отправляет Удава во Вриндаван, во Враджадаму, giving some instruction и говорит, дает ему какие-то наставления. These all are the message. Some message for father and mother, Nanda Yasoda. Вот он. Some message for coward ones, my friend. Говорит Удаве, что он должен передать что-то, какое-то послание родителям, друзьям, гопи, коровам, телятам и всем остальным. И вот через Кришна сам не может пойти во Вриндаван, и поэтому он отправляет Удаву. А почему Удав, почему Кришна не может отправиться во Вриндаван? Потому что ситуация не позволяет, поэтому Махарадж говорил об этом в прежние дни. И Удав с великим энтузиазмом, для него это была подобная эволюция Голока Вриндаван. Кто-то вчера спросил. Голокдама, Вриндаван, и этот Вриндаван, который мы видим здесь, в этом материальном мире, они не отличны друг от друга. Этот Вриндаван, куда мы ездим иногда, он тот же Вриндаван. Голока Вриндаван и Гокул Вриндаван, они не отличны. Единственная разница в том, что в Голока Вриндаване эти возвышенные преданные, которые уже достигли Васту Сиддхи, они видят, что там нет никакого осквернения, но в материальном, здесь в материальном Вриндаване, хотя этот Вриндаван, он не отличен, но все же по воле Йога Майя мы можем найти как Вриндаван, так и какую-то нечто материальное смесь. Если мы чисто преданные, если мы Парамахамса, как есть Хамса, что делает Хамса? Он может из смеси молока с водой выпить молоко, а воду оставить. Это возможно для, только для Хамса, для лебеди. А Парамахамса тоже могут извлечь суть из всего остального. Во всем мире нет никакого другого создания, которое может отделить молоко от воды. Такая способность есть только у этих хамс, у лебедей. И это качество Парамахамс. Они, находясь в Вриндаване, вечно они находятся там, несомненно, в этом теле, но они находят, что все трансцендентно. А хотя мы, отправляясь во Вриндаван, видим, как обезьяны очки воруют и прочие гадости. But they speak so transcendental. If they put, they can see a transcendental one. Monkey going to take your speak. Always make problem, Maharaj. Money back or everything. Take it.
И вот какие-то люди отправляются во Вриндаван, их обезьяны постоянно грабят, видят какие-то испражнения, свиней и прочее. Хотя, с другой стороны, Парамахамса, который находится в Вриндаване, как Джайдев Госвами, Санатан Госвами, Рупа Госвами, они тоже находятся вроде в том же Вриндаване, но воспринимают его совершенно по-другому. И в этом разница. Здесь все смесь всего, мы не можем понять, что где. Бхактивинода Тхакура пишет в Дамма Махатме, в Дамма Махиме, в прославлении Дамы, можно там посмотреть, там описывается, что на Даме, Дама, она покрыта какой-то сетью, и люди далеко не всегда могут соприкоснуться с трансцендентным Вриндаваном. Мы думаем, что мы в Навадвипе, в Майяпуре, множество всяких отелей и прочих нечистых вещей, но чистые преданные этого не видят. И их даршан, и наш даршан, они разные. И вот есть Голока Вриндаван. Есть Голока Вриндаван, я уже говорил об этом. Из Брахма Самхиты такие слова. Брахма, он не описывает какие-то истории. Брахма смотрит и по милости Бхагавана. Что говорить о Брахме, когда наши враджаваси, они просят Кришну, о лала, Нанда и Ешода, они говорят, что хотят увидеть Голоку Вриндаван, хотят увидеть мир Вайкунтхи. Кеша Госвами Махарадж говорит, хорошо, здесь описывается, что Кришна организовал так, что они могли увидеть весь Вриндаван, но они уже во Вриндаване. Но все же они просят Кришну показать им Голоку Вриндаван. И это место до сих пор там, в Раджавасе. Они могли видеть трансцендентный Вриндаван. И вот этот Голока Вриндаван и Гокул Вриндаван, они не отличны. Но все же для материалистов есть разница. И вот там я уже говорил. Анантамша, Анантадев значит Баладев. 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 Himself. Сам Баладев. Он находится там. Он пребывает в форме дамы. Баладев — это дама татва. И он находится в форме дамы. И там мы можем видеть, что сердцевина лотоса очень прекрасна, множество прекрасных оттенков. Если посмотреть на этот, на сердцевину лотоса, она очень красива. И вот эта внутренняя сердцевина лотоса, она олицетворяет собой Голоку Вриндавана. Где коровы, пастухи, пастушки, Говардхан, коровы, все они там находятся внутри. All they are playing inside, core. It's called Golok Vrindavan. И это зовется Голока Вриндаван. And just outside, а снаружи, there is Mathura. Mathura. Just outside. All total is, you know, outside, little outside, just outside Mathura. More outside, there is Dwaraka. А еще снаружи Дварака. And it is called Shetadvip. Это называется Шветадвипом. И снаружи всего этого
это дополнение Кришна Лила Паричишта на санскрите и бенгале. И вот это Голока, но снаружи Голоки можно найти Шветадвип вокруг ее. И там, где Гауранга Махапрабху совершает лилу, это называется Шветадвип. И Гора Лила, Гауранга Лила, это тоже Голока Вриндаван. Но Шветадвип вокруг. И когда непрерывно, и там непрерывно Гора Лила происходит. Мы не можем видеть ее, в шастрах говорится. Отдапио шей лила коре гоуррай. Коно-коно бхагаване дехи бари бхаги, на? Отдапио still today, same лила гоуррай. И все же эта лила, она происходит до сегодняшнего дня, но не все могут видеть, только самые удачливые. Они могут видеть все это гоу лила, как из Джава Дхармы, я уже говорил. Шинатпура, эти два человека из Шинатпура, они пришли к Бабаджи Махараджу, чтобы слушать харикатху Джава Дхарму, вы изучали ее. И там они слушали Джава Дхарму, и они хотели получить дикшу, обрести полную милость от Рагунат Дас Бабы, он жил в Шивасангаме, совершал баджан, а не с какого-то Шантипура, а Шинатпура, точнее, приехали. Вот они были привлечены Ачараном Сиддханты, учением Бабаджи Махараджа. Они слушали харикатху от него, и спустя долгое время они попросили дать дикшу ему, им. Они, Бабаджи Махарадж согласился, вот выбрали благоприятный день, и он дал им посвящение. После посвящения они организовали пир Бандару. They give money, they arrange everything, very pure bandara, pure. Это был такой чистый пир, чистый бандара. В таких местах я хочу принимать просад. Но не везде, не всегда такие чистые вещи происходят. И вот там, когда они служили просаду, раздавали просад, там, смотрите, не было никакого осквернения, смотрите. Те, кто организовал Махапрасад, те, кто был ответственен за покупку, готовку, подношение этой боги, это все было чисто. И когда это было предложено Гауранге Махапрабху в Шивасангане, то, несомненно, Махапрабху принял это подношение вот, в соответствии с этой шлокой. И любой чистый преданный, предлагающий что-то мне с огромной любовью, то, несомненно, я приму это, и это был подлинный просад. И когда они служили просаду, воспевали славу просада, сначала повторили эту мантру, и тут явилась Гора Лила перед ними. Те, кто принимали просад, они не, или даже те, кто служили, раздавали просад, в смысле. И вдруг Гора Лила явилась перед ними всеми, они увидели, что Сачимата. Малинима, жена Шивас Пандита. Они все явились, Гора Лила явилась перед ними, и они были удивлены, видя эту трансцендентную Гору Даму. И вот это возможно даже сейчас, мы можем увидеть Даму, но это невозможно для нас с вами. Мы слепы. Видим только материю. И вот эта Голока, трансцендентная дама,
вечная лила там происходит. Не думайте, что Гаура-лила, она как-то прекратилась. Нет, она спонтанна и непрерывно происходит. Те, кто имеет глаза, не могут это увидеть, духовные глаза. И сейчас я хочу перейти к важной теме. Гаура-дама, Гаура-лила, они вечны. И сейчас я могу показать вам запутанность любви. Она подобна змее. И сегодня я говорил, что в этом совет Кришны. Удав, лучше иди вот по тому пути. Конечно, ты можешь идти где угодно, но я все же посоветую тебе, если ты пойдешь вот этим путем, это более практично. Почему? Если ты пойдешь этим путем, то тогда у тебя будет возможность посетить множество мест моих лил и Кришна. Like plotting grab chart. From first of all, you can go to Gokarnaji Maharaj ki jai ho. Gokarnaji Mahadev. You can meet Gokarno, pay Dandavad, all your journey become successful. Gokarni Mahadev, попросить его милости, и по его милости наше путешествие будет успешно. Поэтому все ходят сначала к Махадеву, просить милости у него. И вот Кришна сказал Удаве, по какому маршруту нужно идти, чтобы посетить максимальное количество мест, где Кришна совершал свои лилы. И вот я уже сказал, что весь Вриндаван без Кришны, весь Вриндаван, он полужив, полумертв. Вриндаван без Кришны, он практически безжизненен. Все коровы, пастушки, гопи, нанда, ишода, все они убиты горем, разлуки с Кришной. Вечная лила, она происходит, и вот Удав, он созерцает эту вечную лилу. Он вошел во Вриндаван Даму, и колесница его двигается дальше, но чудо. Мы знаем, что Вриндаван Дама сейчас. Кришны нету там, и они чувствуют разлуку с Кришной, хотя в Раджавасе они буквально полуживы, полумертвы. И Джива Госвами Пад, он множество вещей описывает. Я пример могу привести. Шринивас Ачарья. Шринивас Ачарья, который не отличен от Гауранги. Шамананда Прабху, он тоже не отличен от Адвайта Гаса. Наротам Таку, он не отличен от Нитянанда. Они все. They all three. Who? Srinivas Ajjo? Вот Шринивас Ачарья, Шамананда Прабху и Наротама. Наротам, они все. They are taking lesson. They are taking lesson. Учились. There. From Jiva Goswami. У Джива Госвами Пада. Джива Госвами Пад преподавал им Гауди Сиданту и все остальное. Однажды Джива Госвами Пад спросил. One day, Jiva Goswami Pad asking one question. That this Kadamba Vriksha. Что это? Кадамба Врикша. Это дерево Кадамба. Where is round in a fruits like flower hanging. And sometimes fall down. Kadamba Bhiksho. There. Is Kadamba Bhiksho вот why feeling comfortable? Kadamba Bhiksho, почему она чувствует себя хорошо во Вриндаване? Can you speak properly? Можете ли вы ответить, почему
Хотя все Враджаваси, они деревья, травы, кустарники, коровы, все они чувствуют огромную боль разлуки с Кришной. А почему это Кадамба радуется? Почему? Почему она выглядит совершенно по-другому? Джива Госвамипад спрашивает, и в итоге наш Шринивасачарья отвечает. И Джива Госвамипад был очень счастлив, слыша его ответ, и что за ответ? И вот он спрашивает, почему все воды Ямоны, птицы, олени, животные, коровы в Раджавасе не испытывают огромную боль разлуки, огромное чувство разлуки с Кришной. Они практически мертвы. А дерево Кадамбы, наоборот, оно выглядит очень так радостно. Почему? Какова причина? И Шринивасачарья отвечает. И вот суть в том, что это дерево Кадамба посажено Кришной, сам Кришна взял семя, росток этого Кадамбы и посадился своей рукой в землю. Это Кадамбари Врикша пила воду с Ямуны. Кришна своей собственной рукой он посадил это дерево и полил водой Ямуны. Это рядом с Ямуной было, но это дерево питалось водой Ямуны. И Кришна уехал в Матхуру. Но из Матхуры Кришна думал об этом дереве Кадамбе. И вот Шринивасачарья что хотел сказать, пытайтесь понять. Шринивасачарья говорил Гурудеву Дживи Госвамипаду. Это несомненно так, что сам Кришна, он посадил это дерево Кадамбы. И Кришна непрерывно думал об этом дереве, находясь в Матхуре. И в уме он так, в уме он буквально питал это дерево. Можно смешно с одной стороны, но в материальном мире тоже можно думать, что такие примеры есть. Я могу доказать в материальном мире, я могу показать примеры, вот эти черепахи, например. Они яйца высаживают, но выносят их. В общем, эти черепахи кладут яйца, но эти самцы-черепахи, они едят эти яйца, если их не спрятать, и поэтому черепаха выползает на берег, в песке закапывает эти яйца в разных местах, чтобы ее этот супруг черепах, он не съел их. И вот эта черепаха, самка, она выкапывает какой-то ямки, закапывает там яйца и сама их не сидит на них. Просто так прячет их от самцов-черепах. Вот во Вриндаване достаточно давно. Есть у меня такой опыт. В Бихарване я посетил там Тапаван. Там я находился какое-то время и смотрю, какая-то змея залезла на дерево. И все птицы начали орать, верещать. Я посмотрел, змея это как-то поднимается. И собралась съесть все яйца. А птицы чем делать с этой змеей? Начали орать от страха. И вот эта
эти черепахи, самцы, они съедают яйца черепах, которые плохо спрятали их. И поэтому черепахи вынуждены как-то их прятать в песке. Иначе откуда эти черепахи поняли, что их закапывать надо? Это, по-моему, воле Господа. Но смотрите, они закапывают яйца и туда не возвращаются никогда, поскольку если вернется, то эти черепахи-самцы будут подумать, что там яйца, выкопают и съедят их. И вот это эти черепахи, они в уме высиживают яйца. Они думают о них и медитируют в этих своих яйцах, и они потом в процессе вылупляются черепашки из этих яиц. И в этом материальном мире. Если есть даже такие примеры, то что говорить о трансцендентном? Если даже черепахи могут в уме высиживать свои яйца, то почему это невозможно в случае с Кришной? Кришна, он трансцендентен, он Бхагаван, он Верховный Господь, поэтому такая вероятность несомненно есть. И вот Кришна, он всегда думает, что я уехал из Вриндавана, и то дерево Кадамба, я думаю, оно выросло уже. Я посадил его совсем маленьким, и сейчас оно выросло. Я иногда должен пойти проверить. И Шринивасачарья, он отвечает, хотя Кришна уехал физически из Вриндавана, но все же в уме он заботится об этом дереве, как-то питает его своими мыслями. И поэтому это дерево, оно радуется в отличие от всех остальных. И вот сейчас я расскажу о том, что Кришна, он дает советы Удаве. Удав, ты должен следовать вот этой шлоке. Ты должен отправиться к Гокарне. Кто знает Гокарну в Матхуре? Едем с Матхурской этой радиостанции. Когда вы въезжаете в Матхуру, там есть статуя Уграсена. Вот там в перекрестке трех дорог, там статуя Уграсена есть. И оттуда, там радиостанция какая-то, и там Гокарна, и этот Гокарна, почему он там? И этот Гокарна Махадев был установлен, Гокарна. Много раз я говорил об этом Гокарне. Может, ты кто-то слышал или забыл, вот первое. Первое чтение Бхагаватам было в Шукартале. Шукадев Госвами говорил, Парикшит Махарадж, это первое было заседание Бхагаватам, и второе было в Наймишаране. Там Сутадев. Он говорил перед Шанакади Риши. И третье заседание Бхагаватам, слушание Бхагаватам, оно было в Южной Индии, в одном месте. И вот Гокарна, он был, говорил Бхагаватам, остальные слушали. И вот этот Гокарна был во Вриндаване, в Варанаси и прочих местах, в Гае. Гая, Варанаси, Харидвар и Гокарна, он посещал множество мест, и когда он достиг Матхуры. И вот его звали Гокарна, поскольку он установлен был Гокарной.
И вот этот Гокарна, он был очень могущественен, что если вы что-то хотите всем сердцем, он исполнит ваше желание. Если вы встретитесь, если вы куда-то направляетесь, встретите Гокарну, поклонитесь ему, то ваше начинание, оно увенчается успехом. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, есть множество путей, как достичь Вриндавана, но Удхав, если ты пойдешь в соответствии с моим наставлением, если ты пойдешь вот так и так, то ты обретешь максимальное благо, ты встретишься с множеством, посетишь множество мест моих лил. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удхаве, И вот Гокарна, он Кришна посоветовал Гокарне сначала пойти, Удхаве пойти к Гокарне Махадеву, поклониться, попросить благословения у него, и тогда его путешествие во Вриндаван будет успешным. Потом на берегу, потом нужно было посетить место, где Ямуна встречается с Сарасвати. Это зовется Брамаха. Каково значение? Брамарат, точнее. Рад значит озеро. И вот там вода с Ямуны вытекает. Лагуна применима к морям, а вот к таким небольшим озерам больше озеро подходит. Как Калиарат, озеро Кали. Там, где Кришна сражался с Кали. И вот, смотрите. Кришна говорит, вот, а немного от Гокарны, если пройти там, есть место Брамарат называется, озеро Брама, где Ямуна сливается с Сарасвати, очень чистое место, оно несомненно трансцендентное, как и весь Вриндаван, и это место паломничества, оно очень важно. Там, где и в этом месте я показал Голоку Вриндаван всем Враджаваси. Они просили меня, я показал Вайкунтху Голоку. Это то самое место. Брамарат. Это то место, где Враджаваси хотели увидеть Голоку Вриндаван. Голоку Дхаму, я показал им ее. Все Враджаваси, они... Кришна говорит, все Враджаваси вначале приняли омовение в этом озере, и после этого я показал им Голоку Вриндаван, и это важное место паломничества, поэтому если ты хочешь принять омовение там и получить даршан, поклониться, ты можешь посетить его. И И вот там рядом с ним есть этот гад, где нужно принять омовение. Там Акрур, когда он отправлялся в Матхуру. И вот когда Акрур, идя в Матхуру,
с мной и Баларамой, моим старшим братом. Мы сидели в колеснице, и Акур, он тоже сидел там. И вот по дороге в Матхуру, Акура в то время он принял омовение в этом гате на берегу Ямуны. И также Акура, он смог увидеть мир Вайкунтхе. Он принял омовение в том месте. И после принятия омовения я, по моей милости, он увидел мир Вайкунтхи, Вайкунтха Джагат в водах Ямуны. Это называется Акур-гат. Там даже сейчас есть этот указатель. Потом там есть место Ягик-патни, где жены Брахманов, они накормили Кришну. И вот это жены Брахманов, Риши Муни, которые совершали яги. И вот достаточно давно Кришна сказал Удаве: «О, Удав, достаточно давно в процессе моих лил я достиг того места на берегу Ямуны, мы все были очень голодны». И все пастушки просили меня, чтобы я их как-то накормил, но я сказал, что лес, ничего нету. Но смотрите, там вот яги происходит. Яги — такое благодатное явление, и Кришна сказал, что можете пойти и попросить какой-то еды у них, какого-то просада, можете сказать, что Кришна и Баларам вас послали, что Кришна и Баларам, они в лесу пасут коров и проголодались, и если вы хотите как-то их накормить, то готовы принять. И Кришна попросил. И эти пастушки пошли туда, о Брахманы, о Риши Муни, Кришна Баларам, они очень голодны. Могли бы вы их накормить, эти брахманы игнорировали. Подумали, какие-то бестолковые эти пастухи пришли беспокоить их. Яги проводят, а тут какие-то пастухи. И it is one kind of lila. They are complaining in front of Krishna. И вот они пришли к Кришне жаловаться, что от вашего имени мы попросили, они мало того, что ничего не дали, даже не заметили, просто повторили свои мантры и все на этом. И Кришна сказал, что правда, ну не беспокойтесь, смотрите. Можете пойти к дома этих брахманов, к их женам. Жены они очень любят меня. Может, не идите сейчас к брахманам, а идите к их женам. Эти брахманы слишком горды своим брахманизмом, то, что они совершают яги, а тут какие-то пастухи пришли беспокоить их. И вот Кришна посоветовал отправиться сразу в дома этих брахманов, их женам. Скажите, что от Кришны Баларама пришли голодные все, хотите им поесть и так далее. И вот по совету Кришны Баларамы эти пастушки опять пошли туда, но уже к женам брахманов. И вот они
пришли, поклонились, сказали: «О, жены брахманов, мы клонимся вам всем. Кришна Баларам вот здесь, в соседнем лесу». Где Кришна? Вот там Шипавда. Они давно хотели увидеть Кришну. Завтра буду говорить о том, как они были очарованы Кришной Катхой, очарованы славой Кришны. Они долгое время растили себе такое желание встретиться с Кришной, но возможности у них не было. Они домашние жены не могут выйти из дома без разрешения мужа. Множество правил, предписаний, социальных норм, которым они должны следовать. И вот сейчас выпал шанс им встретиться с Кришной Баларамой. Они тут совсем недалеко. И тем более голодные. О, голодные. Сколько просады надо? Давайте. И вот они организовали большие тарелки просада. И взяли с собой, говорят: «Где Кришна, пойдемте». И вот они пошли с этим просадом к Кришне, принесли, поставили перед Кришной, смотрели на Кришну Балараму, любовались ими и не могли смотреть по сторонам, а непрерывно смотрели на Кришну. Есть множество таких тем, подобно, не всегда есть время их обсуждать. И вот Кришна и Баларама съели этот просад, все пастушки разделили между собой его и съели. И были очень счастливы, наевшись. И вот эти жены, когда они шли, они видели, что Кришна с каким-то другом. Кришна стоит, облокотившись на кого-то, а с левой руки у него был лотос. Он его держал в своей руке. Кришна был очень прекрасен, и они смотрели на Кришну, и после этого они начали молиться Кришне. Все время будет, я более подробно расскажу об этом, почему Кришна, он Удаве сказал, что хорошо бы тебе посетить вот те конкретные места, когда мы будем изучать. When you are going to do research work, or you are doing research in, you know, applied mathematics, applied physics, first of all, you are исследует прикладную математику или прикладную физику. То есть, ну, прежде чем это изучать, нужно закончить какое-то начальное образование, потом среднее получить, там еще какое-то, чтобы потом выяснить, как, например, вот. Почему Кришна говорит Удаве, чтобы он посетил те и те места, а для того, чтобы Удав созрел по дороге, чтобы он, поскольку Удав, он мог погрузиться в океан любви. Раджа-дама — это океан, бесконечный океан трансцендентной любви. Если вы не привыкли пить много молока, например, то у вас несварение будет, и поэтому, чтобы развить такое чувство, такое пищеварение Удавы, чтобы он смог все это принять и переварить, и осознать, Кришна посоветовал ему посетить все места его лил по дороге. И вот Кришна, он хотел увеличить зрелость Удава, хотя Удав, конечно, несомненно, он такой подходящий человек, но Вриндаван — это очень уникальное место. Хотя Удав был самым подходящим, но все же ему нужно было еще созреть. И для Удава это было невозможно сразу понять,
глубокие чувства и степень чувств гопи к Кришне, у него не было такого практического опыта. Таким образом, впоследствии я покажу вам, как Кришна, он и вот Кришна рассказал, что вот там этот место, там, где нас накормили жены браманов, браманы их полностью игнорировали их, но жены браманов, они исполнили всех их просьб, они хотели обнять Кришну. Но и Кришна продолжает дальше, ты можешь посетить место Калядахи, но время кончилось, завтра продолжим. Кришна guiding from this place, Jagik Patni place, you can go further, you can meet the spot where I, you know, fight with Kalyanag, that is the lake you can find, this I can discuss tomorrow. So you see, ittukta uddhavo rajan sandesham bhartur adhitaha adayo ratham arijyo prajajo nandagopulam.